У эфиры программа «Новин региона» у студии Кристина Каранкевич. Добрый день. У гэтым выпуску глядите. Задание по посеве озимых збожжевых перавыканали. В области засеяно 113% площадь от плану. 188-я гвардейская инженерная бригада, что размещается у Пашкова, отзначила 75 год с дня заснования. Драники и добрый настрой для усих. Як прошел фест у гонор самой любимой стравы белорусов у выпуску. Могилевщина перевыконала задание по посеве озимых збожевых культур. На раницу 2 кастрычника в области озимыми засеяно амаль 209 тысяч гектаров. Это 113% от плану. Озимое збожевое культивируют во всех районах Могилевской области. Традиционными для выращивания в области являются озимые пшеницы, тритикали и жита. Культуры выращивают как на зерне, так и на зеленый корм для живелы. Сяубу у области ожитевляют больше за 400 комбинированных посевных агрегатов. У целом площадь под озимыми складут амаль 230 тысяч гектаров. Ориентировочная сеуба протягнется до 5 кастрычника уключно. На пожары у Быхове загинула жанчына, гарэў приватный жилый дом. Калі супрацоўнікі службы 101 прибыли до места здарэння, с под даху ішоў густы дым. Дзверы были зачынены знутры. Падчас ліквідацыі узгарання у адным з пакояў выратавальнікі знайшлі тело 47-гадовай гаспадыні дома ўладання. Спецыялісты мяркуюць, что пожар мог адбыцца за неасцярожнасці при курэнні. А у Шклове падчас пожару выратавальнікі эвакуировали 19 чалавек, з іх 6 дзяцей. Узгаранне адбылося ночью у інтэрнаце. Ніхто не пацярпеў. Прычыну пожару высвятляют специалисты. День открытых дверей у юбилей войсковой части. 75 год с дня заснования отзначила 188-я гвардейская инженерная бригада, что размещается у Пашкова под Могилевом. Вороты у гэты день у войсковую часть были отчиненные для всех цікаўных. Им показали свои напрацоўки, сучасную технику, якая стоит на узброении инженерных войсков. А так само узнагородили тех, кто вызначился подчас недавних вучений и за годы службы. Гости свята смогли примерить форму водолаза, отшуть себе сапером, собрать разобрать автомат. Войсковцы лічуют, что такая встреча стала добрым прикладом патриотичного выхования. Для всех присутных зладили показальное мероприемство. Военная профессия – это просто интересно. Много чего интересного. Чего именно в военной части – это именно парни. Девушкам тоже может здесь что-то быть интересное. Даже полазить по машинам – это интересно. Народ это все видит, дети это все посмотрят, потрогают на его, как это все есть. Так что детям, я думаю, что это интересно. И почаще бы такое было, чтобы дети это все видели, как в нашей армии. Все добро. Больше за 3000 удельников собрал первый могилевский мебилайн-марафон. Лепших вызначали атлеты из усіх регионов Беларуси, а так само России, Польши, Литвы и Италии. Сярод триумфаторов спаборництву и представники нашей области. Яким атрымаўся первый у истории могилевский мебилайн-марафон, расскажет Илья Соболев. Подзея, якую мы чакалі 30 гадоў. У неделю Могилёў прымаў легкоатлетичный марафон. Подзмагацца за яго узнагароды вышли як аматары, так и профессийные спортсмены. Мы, кажется, еще не так давно встречали с губернатором, и у нас вот такая рождалась такая идея, думаю. И вот если ты очень веришь, и если ты приложишь очень много силок, я думаю, не может тебя в жизни не получиться. Я очень верю, здесь может будет рождаться чемпионы, которые гордостью будут нести белорусский флаг на мировых аренах. Марафонцы попробовали свои силы на одной из трех дистанций. Большинство атлетов выбрали бег на 4 километра. У девчат первой на финише была могилевчанка Илона Иванова. В моей личной коллекции этот кубок, я уже даже не знаю, какой по счету, но все же приятно, конечно, к победе. Но я занимаюсь спортом профессионально, в основном я бегаю, моя дистанция это 800 метров. А здесь для участия так все красочно, красиво. У нас впервые в Могилеве такой пробег проводится, поэтому для нас это как праздник. Святом марафон стал для всех его удельников, а это рабочая, дзярслужачая, студенты. Усе яны не побоялись выйти на старт и годно представили Могилев. Я поступила в Могилевский государственный университет продовольствия, и там я начала ходить на легкую атлетику, и нам сказали, что если мы пробежим эту дистанцию, то это будет хорошим стартом. Не первая медаль.
Вот я греблей занимаюсь. Вот. Поэтому хорошо, если будут такие марафоны чаще. Вот так очень понравилось. Хорошая атмосфера. Все так хорошо настроены, весело. Мы решили выйти с семьей, поскольку, ну, выходной, праздник сегодня, день учителя, день пожилого человека. Как бы решили поддержать такое массовое, хорошее спортивное мероприятие, как Мебилайн-марафон. Самой складанай, зразумела, была марафонская дистанция 42 километры. Перемогу святковал наш земляк Юрий Каптеров. Сложного, наверное, не было. Мы пробежали ее, готовились как тренировку, бежали. Пробежали как хороший длинный бег. Эти горы даются, ну, неспроста. Пришлось пятый и шестой круг немножко потерпеть в эту гору. Ну, а так, все удачно, все. Как и рассчитывали. Рассчитывали выиграть, мы и выиграли. Магілёўскі Мабілайн-марафон гэтай восенню стаў галоўнай спартыўнай падзеяй Магілёўскай вобласці. Па вуліцах абласнога цэнтра прабеглі тысячы ўдзельнікаў з розных краін свету. Арганізатары абяцаюць, Магілёўскі марафон стане традыцыйным спартыўным святам. Ілля Собалеў, Віталь Вопсіў, навіны рэгіёна. Садавіны і гародніны ў досталь. На раёнам кірмашы дары восені ў Магілёве гараджанам гэтымі днямі вітамінную прадукцыю прапанавалі каля 30 суб'ектаў гаспадарання. Сельгасвытворцы, гандлёвыя кропкі і індывідуальныя прадпрымальнікі правезлі шырокі асартымент ад бульбы і наліўных яблыкаў да мясной і рыбнай прадукцыі. А яшчэ саджанцы, кветкі і шмат чаго іншага. Напрыклад, бульбу можна было набыць у сярэднім за 35 капеек за кіло, капусту за 25. Магілёўчане карыстаюцца магчымасцю набыць свежай прадукцыі айчынных вытворцаў і зрабіць запасы на зіму. Надо посмотреть и перчика, и картошки. Осень же все-таки, всего надо посмотреть немножко. Мы из Брестской области, Столинский район, деревня Рубель. Так, это вся ваша продукция, все да? Наше выращиваем, да. Все с огорода? Да. Огурцы, перцы, орехи грецкие есть. Люди покупают, берут? Ну, конечно, берут потихоньку. А что больше всего нравится? Какая ваша продукция? Клюква. Клюква? Да, в ней больше всего витаминов. Мы самохвалываемся, выращиваем продукцию сами. Ну и, соответственно, выращиваем и продаем. Это образцы косточковых и кустов, да. А плодовых с собой нету. Ну, яблок, груш нету образцов. А это сливы, там, крыжовник, смородина. Купил много чего. Рыбку, клюкву, да. Все на зиму. Наступным разом кірмашы ў Магілёве зладзяць 14 кастрычніка ля 17 школы, а 15 кастрычніка ў мікрараёне Саломінка побач з гандлёвым цэнтрам Крыніца. У восень у Магілёве плануецца правесці 22 кірмашы, а па вобласці увогуле каля 4 сотень. Дранікаў і добрага настрою хапіла ўсім. Даніну павагі самай любімай нацыянальнай страве беларусаў аддалі ў магілёўскім этнакомплексе «Зялёны гай». Прафесіяналы з навучальных установ і кулінары-аматары гатавалі дранікі розныя, смачныя для спаборніцтваў і проста ўсіх наведвальнікаў. Былі ў праграме конкурсы з бульбай і аўтэнтычная музыка. Атмасфера і смак свята ў нашым матэрыяле. Такие наши белорусские драники. В Белоруссии у нас в этом году очень хорошая картошка. Посмотрите, как прекрасно, когда есть все. Мы уже сготовили два ведра, пожарили драников. Пательня удельников фесту не остывая. На водор смаженной бульбы идут и идут. Такой колькости бульбяных оладок, як у зеленым ГАИ, не готовы ни одна господыня. Аматоры и профессионалы, каждый по своим рецепте, бесплатно смажет драники для усих. Але головная их задача – сдивить журы у конкурсе на лепшую страву с драниками. Это оладьи из картофельного пюре. Добавляли сюда разные специи, тмин, кориандр, даже добавляли паприку. И добавляли, ну, все это как бы нетрадиционная технология считается. За лепший драник и приз «Золотую тюрку» спрашивались 7 команд. Три из них – профессионалы из Могилевского университета харчевания. Ну а гости свята выбирали своих фаворитов. Наверняка драники любишь. Да. А за что? Они вкусные просто. А сколько ты за раз можешь съесть? Много. Самые вкусные были вот инженерно-экономического факультета. Да. БРУ. БРУ. Очень, очень отличные драники, вообще советую всем. Это, мне кажется, в первую очередь, ну, возможность отдохнуть, какие-то получить положительные эмоции. Ну и плюс встреча с друзьями. Конкурсы и гульни с бульбой для малых, атмосферные фотозоны и просто доброе бавление часу. Гастрономично-музычное свято наведали каля 10 тысяч человек. Фест стал доброй нагодой, каб узгадать, что нас объединяет более, чем сдается. Важно, что сегодня у нас, так скажем, во главе угла наше национальное блюдо – драник. И Могилев имеет право
сегодня такое имеет право и надеемся навсегда такое право претендовать на звание кулинарной столицы как минимум Беларуси. Олеся Рыбалка, Кристина Каранкевич, Миколай Соболев, новини региона. На этом выпуск завершен. Дякую, что были с нами. До встречи.